Как выбрать хороший и правильный подарок? Каждый из нас не раз задавался этим вопросом. Особенно нелегко сделать выбор, если вы ограничены в средствах и можете позволить себе потратить лишь определенную небольшую сумму. Всем привет! Вы на канале DL, и сегодня давайте вместе попробуем подобрать достойный недорогой подарок на сайте AliExpress. Стильная зажигалка станет отличным подарком как для мужчины, так и для женщины. Маленькая, но очень нужная и полезная вещица. Представляем вам плазменную зажигалку в классическом стиле. Продавец предлагает несколько моделей электронных зажигалок, которые отличаются размерами, формой и цветом. А на некоторых вариациях нанесен стильный рисунок, а на корпусе имеется сенсорная кнопка. Заряжается зажигалка от USB кабеля. В продолжении темы человеку курящему можно преподнести в качестве презента портативную пепельницу из металла со стильной гравировкой. Пепельница очень удобная, плотно закрывается и хорошо держит запах. Можно использовать в качестве брелка. В качестве забавного презента вполне подойдет вот такой мини-игровой автомат, так называемый однорукий бандит, который выполнен из пластмассы с хорошей детализацией. Такая карманная антистресс-игрушка, несомненно, будет интересна и взрослым, и детям. Если кто-то из ваших близких или коллег является любителем и коллекционером слоников, то такой сувенир уж точно не оставит их равнодушными. Миниатюрный, тонкой работы, выполненный из меди привлекательный слоник, станет достойным подарком и обязательно принесет удачу своему владельцу. Многофункциональная ручка – это вполне достойный и практичный подарок. Ведь кроме своей прямой обязанности – письма – эта ручка может выполнять еще несколько полезных функций. Ее можно использовать в качестве стилуса и линейки. Также в ручку встроен уровень, а в колпачке имеется двусторонняя отвертка. Ручка выполнена из металла и представлена в двух цветах – черном и серебристом. Одним из самых универсальных подарков в наше время, пожалуй, является флешка. Вот уж действительно, она всегда найдет применение в нашей жизни. Данная оригинальная деревянная флешка всегда будет к месту в качестве презента. К флеш-накопителю прилагается стильная коробочка из дерева. В качестве бонуса продавец предлагает сделать гравировку по предложенному вами эскизу. Логотип, рисунок или текст – все по вашему желанию. Винтажная сувенирная монетка – это оригинальный и милый презент. А если эта монета еще и счастливая и исполняет желание, то, несомненно, получить ее в подарок будет очень приятно. Ведь у каждого из нас есть заветное желание, а у обладателя этой волшебной монеткой оно обязательно исполнится. В качестве небольшого, но приятного подарка вполне подойдет оригинальный брелок. Вот, например, очень даже стильный и достойный брелок со знаком зодиака. Основа выполнена из металла серебристого цвета. В центре расположен стеклянный шар, внутри которого изображен знак зодиака. Четкий и красивый рисунок светится в темноте. Копилка для денег – недорогой и нужный подарок. Мелкая денежка теперь всегда будет на своем месте в красивой баночке копилки. Сувенир выполнен из металла с оригинальным рисунком совы в различных ярких расцветках. Хорошим и полезным подарком, без сомнения, можно назвать мини-щетку-пылесос USB для клавиатуры. Ведь все мы сталкиваемся с такой проблемой, как засоренная клавиатура. Особенно это актуально для тех, кто любит покушать за компьютером. А почистить ее бывает ой как нелегко. И для устранения именно этой проблемы и служит мини-пылесос. В общем, очень нужная вещица. Порой у тех, кто много времени проводит за компьютером или ноутбуком, нет даже свободной минутки выпить горячий чай или кофе. Пока до него доходит очередь, он успевает остыть. А пить холодный как-то не хочется. Вот именно таким занятым людям можно преподнести в качестве подарка USB-подставку с подогревом. С этим девайсом приготовленный напиток будет всегда горячим и ароматным. У продавца представлены нагреватели с различными забавными красочными рисунками. Выбирайте на свой вкус.
Автомобилисту в качестве полезного презента можно выбрать ароматизатор для авто. Простой и ненавязчивый дизайн будет уместен в любом автомобиле. На выбор предоставлены несколько видов оригинальных рисунков, которые украшают ароматизатор. Внутри освежителя находится специальная губка, на которую нужно накапать эфирное масло, и после этого любимый аромат будет радовать долгое время. Крепится ароматизатор на решетку вентилятора с помощью магнитной застежки. На сегодня это все. Все ссылки на товары вы найдете в описании под видео. А какие идеи недорогих подарков можете предложить вы? Пишите в комментариях. Всем удачи!